Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Шопса. Уважаемые граждане, уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми, людям пожилого возраста и беременным женщинам. Причем Пекин, если мы сломался, вот где-то там, блядь. Мы в пешком пришли. Можно поближе встать и снять. Он нас спалил. Причем, когда начал снимать, он на меня прям посмотрел.